1 сентября – день, когда на школьном дворе встречаются и старый млад. Бабушки и дедушки, мамы и папы, будущие выпускники и новоиспеченные ученики. 16-я школа в четвертый раз встречает День знаний. Кстати, 1 сентября для школы – еще и день рождения. Сегодня у школы двойной праздник – день рождения и день знаний. Сегодня нам исполняется 4 года. Сегодня также особый день и у наших милых первоклассников, окруженных любовью и заботой своих родных и близких. Светлые классы, самая добрая и справедливая учительница ждут вас. Пусть уроки для вас будут не скучными, книги будут интересными, а дружба у вас будет крепкой. Самая новая школа города принимает сегодня 220 первоклашек. Белые банты, строгие костюмы, испуганные, растерянные и одновременно любопытные глаза. Встреча с первой учительницей. 8 первых классов, буквы от А до З, почти четверть алфавита. Такой массовый набор для школы не впервой. Растущий район и подрастающее поколение маленьких мазырян. Сегодня каждого в отдельности и всех вместе встречали аплодисментами. В этом году на базе пятых классов в школе созданы кадетские классы. На линейку ребята вышли в новой форме и в сопровождении шефов-пограничников. Мозырский погранотряд преподнес в школе и необычный музыкальный подарок в исполнении военного оркестра. Еще один символ и уже традиция – в небо взлетели шары цветов государственного флага. Малыши отпускали их с неохотой, а провожали с сожалением. И, наконец, то, ради чего все собрались – первый звонок. Маленькая первоклассница и будущий выпускник дали старт новому учебному году. Лидия Поттер, Виктор Цирулик, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».